сразу начинается прыжковая часть, так как скакалка – это прыжковый вид. Различные манипуляции, которые оцениваются в 0,2, если они на элементе. Прыгивание в скакалку теперь тоже оценивается по 0,1. Это тоже будет оцениваться, но в минус уже судьями. Вот на соревнованиях мне всегда жалко судей. Такое количество элементов, я не знаю, все это надо подсчитать. Они профессионалы своего дела. Колоссальная работа просто. А мне немного жалко гимнасты, которые, мне кажется, стали больше травмироваться с возникновением скакалки в этом сезоне, потому что прыжковый вид спорта, видимо, провоцирует травмы. Как вы считаете? Ну, я не знаю. Как бы, что касается конкретно меня, вот я за себя могу сказать, то я не думала, что я запрыгаю. И чем больше я начала прыгать, тем у меня как бы прыжки становятся выше. Просто как бы многие, да, действительно, не брали скакалку давно в руки и подворачивают просто глупо ноги.